Здравствуйте! Не спится же вам ночью? Наше шоу исключительно для тебя, потому что здесь мы ищем крайнего, а ты у нас всегда самый главный зритель, поэтому ты не крайний, ты победил. Вот, я тебя с этим и поздравляю. Наше шоу в эфире, и я, по-моему, друзья, докатилась, я ворую уже слова уже не с Маригином, моего помощника в студии. Ему так всегда нравилось выходить, объяснять правила, говорить «я победил». Я подумала, что все-таки он заслужил это сделать в самом начале, и пускай сделает вот так. Я ему даже не буду мешать, то он иногда обижается. Женя, вот выходи и давай свои, раскладывай там, что у тебя будет сегодня. Карты, пальцы, деньги, два ствола. Давай. Маша, я не могу выйти. Я наверху. В смысле? Как наверху? Я на той камере, которая снимает тебя сверху. Я туда залез. Маша, если ты не исполнишь мои 28 желаний, я прыгну. Ты же шутишь, 28 желаний? Лучше прыгай. Ну ладно, три. Во-первых, осторожно, там сильно не дергайся, у нас очень хрупкая декорация. Первое желание. Перестань надо мной издеваться. Женечка, ну это только тебе кажется, что я над тобой издеваюсь. Все смеются, всем весело. Ну хорошо, ну не буду называть тебя жабой, я не буду называть тебя недоразумением, ладно, чудовищем. Не буду. Ну слезай уже, все, надо начинать. Нет, второе желание. Прыгай на левой ноге сейчас. Женя! Я прыгну, быстро прыгай на левой ноге! Все, все, все. Вот бойся, что я сейчас могу допрыгнуть до тебя и задушить тебя. Я тебя сотру в порошок просто. Еще знаешь, прыгай. У меня, между прочим, рост 1,80 м. И если я допрыгну до тебя, зараза такая, тебе мало не покажется. Просто да. Никогда. Третье мое... Еще одно мое желание, чтобы... У тебя может не быть шанса это желание загадать. Вся страна сейчас меня вот в этом видела. Начинай наше шоу. Это мое последнее желание. Извините, ну классно было, да? Классно. Вот если бы не 11 участников, Евгений, а тебя бы осталась только бабочка твоя неприятная. Ну, красиво, красиво было. Да. Как ты скакала, правда? Первый раз, Маша, вот так в эфире. Сколько раз в месяц ваш сексуальный партнер испытывает оргазм? У него один ответ. Много. Она мне дарит максимальное удовольствие 50 раз в месяц. Сегодня звездный гость, известный хореограф Влад Явок. Себя все снимает, но не все, а вот сверху. Мой парень хореограф. Да вот в такой... Мама! Нет, не в такой, вот в такой позиции. Сколько раз, как вы думаете? За ночь или за месяц? Я испытываю оргазм в месяц 11 раз. Ух ты. Поехали! Кто-то из вас попадет в финал! Увидимся рядом с Чеком! Здравствуйте, участники! Здравствуйте! Я вас поздравляю, во-первых, с тем, что у вас сегодня есть уникальный шанс выиграть денежный приз. Вы его будете сами выбирать в конце программы, определять его сумму, и если все получится, вы этот денежный приз отсюда унесете. Правда, не все 11. Кто-то один останется в финале, но это будет попозже в конце программы, поэтому я вам в каждому в равной степени желаю удачи, потому что у нас первый раунд очень красивый, очень загадочный, и, конечно же, тоже будет касаться некоторых размеров. Мы начинаем первый раунд. Итак, я приглашаю наших 11 героинь, пожалуйста, сюда, на площадку. Это тот нередкий случай в нашей программе, когда перед вами 11 человек, дорогие игроки, и вы вряд ли понимаете, в чем дело. Единственное, я вам могу сказать, это не хор имени Веревки, не ансамбль народных танцев «Лебедушка», и ничего общего с каким-то фольклором не связанная история. Это не модели, это обычные девушки. Хотя, вы знаете, я вот неправду говорю. Это не обычные девушки. Необычные потому, что у каждой из них, помимо прочих их достоинств, есть одно очень важное, дорогое, я бы даже сказала, ценное, потому что натуральное. Какая редкость в наше время, правда же? Достоинство у каждой из этих девушек — ее волосы.
Вам нравится, когда у девушки красивые длинные волосы, да, конечно, Андрей? Конечно, да. Маш. Мне тоже очень нравится. Это непростая задача, потому что с ними сложно управляться. Но каждая из этих девушек все-таки свое достоинство несет красиво. Ну, мужские них... длинные волосы тоже такие, знаете, ничего. Вот мужские длинные волосы у Михаила, понимаешь? А ты мальчишка по сравнению с ним. Сегодня, дорогие мои игроки, вам придется угадать, у какой же из этих девушек не самая короткая коса и не самая длинная? Потому что самая короткая коса у одной из них составляет 45 сантиметров, а самая длинная у одной из обладательниц ее 140 сантиметров. Это сегодня вечером крайние показатели в этом раунде. Если вы в них попадете, вы из игры выбываете. Постарайтесь угадать среднюю косу, определив тем самым номер девушки и рассказав мне. Все очень просто, на мой взгляд. Просто для того, чтобы и аудиторская компания, которая нам помогает и следит за честностью проведения этого конкурса в лице своего представителя, компания «Имона Аудит», тоже понимала, что у нас все честно. Начнем. Владимир, здрасте. Здрасте. Нравятся ли вам девушки с длинными волосами, Владимир? Да, нравятся. Блондинки. Блондинки. Хотя у меня девушка тоже блондинистая, она, правда, крашеная, но потому и покрасила, что как мне нравятся блондинки. Как нежно он сказал о своей девушке. При виде такой красоты, я думаю, что о любимой можно и подзабыть на секунду. Мы небольшую сделали, конечно же, маленькую совершенно шуточку прятали с вами. Волосы. Мы все косы, конечно же, заплели. Это называется гулька. Угу. Или дулька, некоторые говорят. В общем, думайте, как хотите. Но, понятное дело, в этих вот башенках на голове совершенно разные длины кос. У меня девушка стилист, но я, к сожалению, очень тяжело разбираюсь в волосах. Как много вы говорите о своей девушке. Да. Выберите пожалуйста, вот здесь. Номер 5. Номер 5. Здравствуйте. Как зовут вас? Алиса. Алиса, сложно ли ухаживать за волосами такой длинный, как у вас? Да. Сложно. И какой же длины ваша коса, Алиса? Ну, стриглась я один раз в жизни всего лишь. Мне стригли волосы в метро. Украли волосы, правда? Да. То есть вы ехали в метро, и какой-то... умный. Бармалей. Да. Отрезал вам, чикнул длину волос. Да. И какая же длина осталась с тех пор, Алиса? Была 1,5 метра. То есть, если он отрезал 10 сантиметров, то у нас сейчас есть все шансы стать крайним. Напоминаю, что самая длинная коса 140 сантиметров. Итак, Алиса, какая длина вашей косы? Длина моих волос на сегодняшний день составляет 70 сантиметров. 70 сантиметров длина косы Алисы. Спасибо большое, я вас поздравляю. Вы с нами. Остаетесь во втором раунде. Александр, вы любили, Саша, дергать девушек за косички в школе? Ой, какие вопросы задаю. По-разному бывало. Когда любил, когда не любил. Когда за косички, когда нет. Ну да, за что приходилось. Не буду спрашивать, за что приходилось, выбирайте девушку. Я выберу номер 1. Выберите номер 1. Номер 1, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер, номер 1. Добрый вечер, меня зовут Диана. Диана. Чаще всего мужчины обращают внимание на вашу фигуру или на ваши волосы? Я думаю, на фигуру. Но судя по тому, что у вас там, в общем-то, не мало наверху намотано, там тоже есть чем гордиться. К сожалению, свои волосы я отпускаю не так давно. Да, и длина моей косы всего-навсего 47 сантиметров. Фу. У нас крайний результат 45. Саня, ты на 2 сантиметра буквально выиграл. Спасибо, 2 сантиметра, и вы во втором раунде, Александр. Спасибо. Николай. Добрый вечер. Красивые девушки у нас, Николай. Очень. Вам нравятся девушки с длинными, короткими, со средней длиной волосами? С длинными. С длинными. То есть, если вы сейчас попадете в 140 сантиметров косу, вы, это в общем, это обрадуетесь. Будет это будет перебор. Да. Но у вас будет возможность с ней уйти из студии. Ну, я воспользуюсь шансом. Выбирайте. Мой номер, наверное, будет 10. Номер 10. Здравствуйте, номер 10. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз остригали волосы? Месяца 2 назад. Угу.
И значительно ли уменьшилась длина номер 10? Незначительно. Незначительно? На сколько сантиметров? На сантиметров 10. На сантиметров 10. И какой же длины на самом деле сейчас ваша коса? Вы знаете, мой парень очень любит мои волосы и даже запрещает мне стричься. И сегодня длина моей косы 45 сантиметров. 45 сантиметров. У вас есть возможность поменять парня. Но этот вам тоже не разрешит стричься, потому что любит длинноволосых. Вы покидаете наше шоу. Спасибо вам большое за участие. Бывает, бывает. Среди девушек осталась обладательница длинной косы, длина которой 140 сантиметров. Ольга. Оля, выбирайте. Ну, может, это номер 6. Номер 6. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Катерина. Катерина, ну, я так понимаю, что природой вам даны очень густые, красивые волосы. Я вас поздравляю. Скажите, пожалуйста, часто ли вы их стрижете? Последний раз я стригла волосы 8 лет назад. Ну вот зачем вы так сразу начинаете нас достраивать, Катерина? Ну зачем? За год, Оля, в среднем волосы вырастают где-то сантиметров на 12. Назовите, пожалуйста, длину вашей косы, Катя. Сейчас длина моей косы составляет ровно 1 метр. 1 метр? Покажите! Метр! Красиво! И ваш этот метр приносит Оле удачу! Счастливо! Поздравляю вас, Оля! Даша, я к вам. Какой красивый у вас цвет волос. Вам никогда не приходило в голову косу отрастить, чтобы наматывать на вот это ваше колечко в носу. А? Так бывает у людей. Насправді, в мене ніколи не було довгого волосся. Це мій максимум. Угу. Я когда-то в один день пошла и сказала парикмахеру: «Стриги». Он меня выпер. Пошла ко второму, сказала: «Стриги, не могу уже!» Выпер. Только на пятом парикмахере кто-то отважился слепо, и сделал это. Следующий. Выбирайте, Даша. Я обираю дівчину під номером 11. 11. Прекрасно. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас зовут? Меня зовут Оля. Оля, Даша, вот, ну, не, может быть, потому что у вас никогда не было длинных волос. Так вы не понимаете, Оля, наклоните чуть голову вперед. Там же Матерь Божья. Там же больше, чем голова даже. Номер 11. Скажите мне, пожалуйста, как много времени у вас уходит, пардон, на мытье головы? Очень много. В среднем где-то от часа до двух, в зависимости от процедур, которые я делаю с волосами. Час-два? Да. Какая прекрасная у вас жизнь. Да, замечательно. Как много дел можно успеть. А на укладку? Но только на просушку уходит еще где-то часов 8. Скажите, а чем вы еще в жизни занимаетесь, кроме того, что приводите голову в порядок? Ну, вообще, достаточно активный образ жизни веду, поэтому... Сегодня у меня выходной, я мою голову. Почти так. Скажите нам, пожалуйста, размер вашей косы. Длина моей косы составляет 110 сантиметров. 110 сантиметров! Покажите же нам их! Дашенька, поздравляю! Идемте. Это, конечно, все очень впечатляет. Татьяна, а у вас какой длины прекрасные ваши волосы? А вы знаете, я не мерила, но на днях, когда я выровняла волосы, у меня было жуткое желание взять ножницы и состричь все под каре. Скажи, вот у меня тоже такое было, я взяла и состригла. А давайте прямо сейчас. Нужно ездить в метро. На лысо. Если попадете в крайнюю, будем стричься. Не попадете, будем отращивать дальше. Годится? Годится. А, прекрасно, выбирайте. Игра же все-таки, так веселее. А давайте номер 9. Номер 9. Скажите нам, пожалуйста, номер 9. Короче у вас или длиннее волосы, чем у Татьяны? Я думаю, длиннее. Длиннее. Намного ли? Длина моей косы составляет 115 сантиметров. 115 сантиметров! Я не представляю, как вы делаете это. 115 сантиметров! Мы измеряли косы от одного основания до кончика. Спасибо вам большое! Я вас поздравляю, Танюша. Оксана? Да. Это все ради мужчин.
Вот я не приятно. Думаю, что это ради мужчины. Ради мужчин отращивается другое. Все вы делаете ради мужчин. А вот это, мне кажется, волосы девушки все-таки отращивают как-то для себя. Выбирайте, пожалуйста. Ну что, Женя, третье желание, да? Да. Номер три. Номер все три. На тебе. Женя, Женя, поздравляю. Здрасте, номер три. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Анна. Анна, скажите нам, пожалуйста, сколько вам лет? 27. 27. Когда вы первый раз подстригли волосы? Или вы отращиваете их с рождения? Я регулярно стригу волосы, но действительно отращиваю их с рождения. То есть стрижете на немножко? Женя. Ну, бывало и 15 сантиметров обрезала, и даже больше. То есть по 20-30 сантиметров вы не обрезали волосы никогда? Вот как Нет. растут с рождения, так и растут. Да. Распустите ваши косы. Может быть, мы сейчас догадаемся. Женя. Какой длины она? Длина моей косы 140 сантиметров. Максимальный результат сегодня, мой друг. Можете Женю задушить! Ура! Простите. Наконец-то кто-то сделает это. Женя, Душите. Забираешь нашу участницу. И номер три, пожалуйста, забирайте участницу. Покажите ей ваше красивое богатство. Можно потрогать хотя бы. Ого. Девчонки, распустите, пожалуйста, ваши косы, распустите все, чтобы мы показали нашим участникам, что вы принесли им удачу вот так вот заочно. Назовите просто длины ваших волос. Моя длина волос 87 сантиметров. Спасибо. Ваша длина? 80 сантиметров. Спасибо. 73 сантиметра. Отлично. Длина моей косы 60 сантиметров. Вот так вот бывает. Итак, Михаил, Оревик, Евгений и Андрей, вы не отвечали. Девушки перед вами, вы видите, что тут тоже средние косы, но двое выбывших принесли вам удачу. Вы переходите во второй раунд, который, я надеюсь, принесет вам, как и нам, море удовольствия.